Всем привет, мои дорогие! Мы находимся в Риме, в одном из самых богатых районов Рима, который называется Джаниколо. Он находится возле района Трастевере. В основном здесь живут аристократические семьи, богачи и, конечно же, американцы. Вот вы видите, здесь находится американский лицей. Вот там он такой, вот видите, здание белое. Смотрите, как все ухожено, подстрижено, но в стиле американцев все так, видите, чистенько, вот. Очень интересно и красиво, все в таком древнем стиле. Там вдалеке вы видите здание, плохо видно, правда, там жил Леонардо да Винчи некоторое время. Вот. Здесь находятся такие... В основном виллы для богачей. Видите, вот так. Вот одна из них. Посмотрите, какая красивая. Тоже очень ухоженная. Вообще этот район очень такой отличается, конечно, от других районов. Все чистенько, все ухожено. Много цветов. Видите, их бассейн. И ветер такой в Риме. Прохладно, похолодало. Ну, здесь тоже американские живут люди, которые работают в американском посольстве. Такой вот райончик они себе выбрали. Такими красивыми виллами, видите? Видите, такой интересный проход наверх. Смотрите, какой вид открывается. Какой вид открывается на Рим. Отсюда мы находимся на самой крыше музея Гарибальди. Вот видите, издалека видно площадь Венеции, Пантеон. Хорошо видно. Вот такой вот классный район Джаниколо. Джаниколо. Есть очень красивая терраса, которая вот с таким видом на Рим.